В Саратовской области отпраздновали День знаний. В нашем регионе впервые пойдут в школу более 20 тысяч человек. Торжественные линейки прошли во всех учебных заведениях региона. Тем временем в Лысогорском районе в День знаний провели уроки мужества для школьников. Перед началом торжественных линеек состоялось возложение цветов к комплексу «Вечный огонь». После гости мероприятия приняли участие в проведении урока мужества с учениками школ. Перед детьми выступили ветераны, которые рассказали им о тяжелых военных годах. Также все школы получили копии легендарного Знамени Победы. Обязательно 1 сентября все 30 школ, ветераны войны, вручат им Знамя Победы. Они не просто будут украшать музеи, они будут такой отправной точкой для детишек, потому что дети начнут вокруг этого знамени строить свою поисковую работу, изучать историю.